Эти автомобили теперь принадлежат Министерству экологии. Всего в регионе 5 территориальных отделов экологического надзора. Каждый из них получит по машине. В моем подчинении находится 5 районов. Удаленность районов от 40 до 110 километров. То есть действительно нагрузка очень большая, и наличие хорошего автомобиля, конечно, облегчает нашу жизнь. На автомобилях будут ездить по сигналам от жителей. Например, незаконная свалка или слив отходов. Да, машины не дешевые, но, как говорят в министерстве, это действительно необходимость. Вызовы обычно не на центральную площадь. На обычном авто не доедешь. Мы исходили из того, что нам необходимо, во-первых, высокое качество автомобилей, чтобы они у нас долго служили, чтобы была высокая проходимость, чтобы наши инспекторы могли даже в труднодоступные места выехать и зафиксировать то или иное нарушение. Автомобили для экологического надзора закупаются второй год подряд. В планах продолжение обновления автопарка и восстановление лаборатории для химического анализа. Александр Быков, Виталий Кудрявцев. Время новостей.